Мне впору, сидя здесь на горе, начинать бегать, кричать. Кажется, дождь начинается, кажется, дождь начинается, кажется, дождь начинается. Он реально начинается. А мне идти еще вон туда, вон. Довольно-таки далеко. Хотела на машине доехать, не остановили, полная была. Вот, а здесь вот такая вот облачность. Но пока мелкие капельки капают. Вон там машина какая-то стоит. Вот видите, какая низкая облачность. Ну, я, в принципе, плащ с собой взяла. Такие камни тут лежат на верхушке. Мой новый рюкзак в кадр попал. Ну тогда я его покажу весь. Смотрите, какой у меня классный рюкзак. Да, честно заработанный на персиках. Деньги купила за 500 рублей. И вот такая умочка. Вот. Ай! Мой талисман обережный. Всегда со мной в путешествиях. Ну что, надо одевать плащ. Шагать. Даже так и не узнала, как эти пункты называются. Но я думаю, узнаю из интернета. Я думала, гораздо ближе будет. Что ж теперь, будем нашагивать шаги.